Тотальная блокада. США призывают все государства мира прервать любые отношения с Северной Кореей, выслать из страны послов, выдворить всех мигрантов, а саму КНДР лишить права голоса в ООН. Дмитрий Анопченко разбирался, сработает ли этот план. Поле битвы ООН. Соединенные Штаты используют сейчас весь свой авторитет, чтобы добиться блокады КНДР в ответ на ракетные пуски. Американские дипломаты провели сотни встреч и сделали тысячи телефонных звонков. Просят страны мира, в которых есть диппредставительство Северной Кореи, выслать послов Ким Чен Ына. Постпред США при Объединенных Нациях Ники Хейли на заседании Совета Безопасности так и вовсе призвала лишить КНДР права голоса в ООН. А еще открыто заявила о возможности войны, которая будет на совести диктатора. Мы никогда не искали войны с Северной Кореей. Сегодня тоже ее не ищем. Но если война начнется, то это произойдет из-за продолжающихся актов агрессии, таких, которые мы видим сейчас. Если война придет, будьте уверены, режим в КНДР будет полностью уничтожен. Но если дипломатический удар режим Кима еще переживет, то удар торговый куда серьезнее. Накануне на встрече с иностранными журналистами, мы тоже на ней присутствовали, пресс-секретарь Госдепа Хизер Ноерт раскрыла подробности другого плана – идеи полной морской блокады. Вашингтон попытается уговорить мир решением ООН ввести запрет на заход любых теплоходов в порты КНДР, остановив торговлю. Это, по сути, означает полный запрет на перевозки любых товаров из и в Северную Корею. Это главный новый способ давления, основа нашей компании. И еще одно направление удара – трудовые мигранты. США просят все страны высылать граждан КНДР. Ведь, по словам Ноерт, фактически это рабы, которые зарабатывают деньги для ракетной программы. Но понятно, что всем этим планам не реализоваться без поддержки, без согласия Китая. И Дональд Трамп уже звонил в Пекин. Как признаются американские дипломаты, требовал полностью прекратить поставки нефти Пхеньяну. И пригрозил, что если этого не случится, Соединенные Штаты, мол, цитирую, возьмут ситуацию в свои руки. Но на деле в свои руки штатам брать особо-то и нечего. По сути, самостоятельно Америке ничего нового не сделать. Все, что могли, предприняли. Остается разве что военный удар по КНДР, но к нему в Вашингтоне пока никто не готов. Взамен здесь разворачивают план блокада. А для него нужно согласие других стран мира. И с десятками послов и главами МИДов Америка ведет сейчас переговоры с просьбой этот план поддержать. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».